Школьные каникулы – час оздоровления детей. Теперь на первую смену Могилевской области працуют 400 лагерей дневного знаходжения. У них отпочивают более за 18 тысяч детей. До этого лику треба додать лагеры працы и отпочинку, яких в области будет 60. Спортивное свято у школьном лагере – это солнце, свежее поветро, скоки и веселые забеги. Нужно постоянно прыгать и заниматься чаще спортом. Набегалась? Да. Любишь лето? Да. За что? За то, что можно ходить в лагерь. В лагере мы ездим на страусиную ферму. Можно играть с друзьями. Ну, там весело. Каникулы – это здорово. У Костюковицкой гимназии более за 100 детей отпочнуть у дневным лагере измена должится 18 дней. Педагоги обещают разностайную программу. Причем у лагеря будет и специальный отряд для тех, кто рыхтуется до творших конкурсов и олимпиаду. Однако занятки совсем не перешкаджают забавам и оздоровлению. Какие планы на лето? Ходить в лагерь и ходить на стадион играть в футбол. Каникулы – это здорово. Весь год учились, нужно отдыхать. Тоже лагерь трудовой, между перерывами футболчик. Теперь у подлетков стали снова популярные лагеры працы и отпочинку. Так что после футбольной гульни можно попрацовать. Например, ремонтовать меблю и шить белизну. Это как профориентация, это как момент того, чтобы дети знали, как можно работать и заработать свои первые деньги. Это тоже очень важно. У сельских школьных лагерях так само имкнутся до разностайности забав. Не только на улице, але и с пехотными днями у прохолодных покоях. Планируем заниматься оздоровительными мероприятиями. У нас будут конкурсы, спортивные мероприятия. У школе агрогородку Новая Самотевич лечит, что безпека детей и добрые уражения – самое головное для летнего лагеря. Наш лагерь, в отличие от городского, отличается тем, что мы люди на селе, и наши родители очень сильно заняты в летнее время. Поэтому мы, педагоги, должны помочь им организовать занятость, поэтому их детки будут под присмотром накормлены и придут здоровенькими домой, и мы дождемся их в сентябре в нашу школу. Но самое главное – это хорошо отдохнуть, набраться сил, с пользой, интересом провести свои каникулы, чтобы потом уверенно начать свой учебный год. Седа Каспарова, Илона Иванова, Юрий Овласцов, Новини Регіон.